ты безупречен и талантом обеспечен. Элегантность сама от меня без ума, и такие леди, что не снились вам, и седые мадам. И когда легко и просто выхожу на перекресток, 100 автобусов в ряд неподвижно стоят, и гудят машины, красоте салют. Мистер, как вас зовут? Мистер Баска, мистер Баска. Ты само совершенство, само совершенство. От улыбки до жеста выше все и попал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мистер Баска, мистер Баска. Кто ангины и простуды лечит лучше, чем микстуры, да-да. И легко без затей лучше разных врачей, всех людей спасает летом и зимой. Лишь улыбкой одной дети могут стать взрослее, только я не постарею. И опять буду все вспоминать и мечтать о встрече. Пусть пройдут года, не забыть никогда. Мистер Баска, мистер Баска. Вы само совершенство, вы само совершенство. От улыбки до жеста выше всяких похвал. Ах, какое блаженство, ах, какое блаженство. Знать, что я совершенство, знать, что я идеал. Мистер Баска, мистер Баска. Мистер Баска, мистер Баска. Вы само совершенство, вы само совершенство. От улыбки до жеста выше всяких похвал. Мистер Баска, мистер Баска. Самое совершенство, Николай Басков. Самое дорогое совершенство не на самое. Сегодняшнем концерте. Мы договорились сегодня о деньгах вообще не говорить. А я говорю не о деньгах. А о чем? О любви? О копейках, костюме. Конечно. Давайте теперь для эфира, чтобы не сбивали, вы мне поаплодируйте. Шикарно, на 8 марта. Нет, нет, и так, я, там же, понимаете, я Мастер. Нет, да, я там последнее я допиваю Басков, да, и вы взрываетесь всем за я. Басков! Дорогие женщины, безумно хочется быть для вас совершенством. Неважно как, неважно где, неважно с кем. Самое главное. Вот кто-то понял, да? Главное, чтобы вы знали, что мы вас любим душой, сердцем и всем, что еще работает. Поэтому будьте счастливы, храни вас Всевышний. Поздравляю вас с тем, что у вас есть мужчина, который уже на несколько лет станет секс-символом Украины. И... И самое главное, чтобы вы будете в хороших, надежных мужских руках. Поэтому храни вас Господь, низко вам всем кланяюсь и, как говорится, нехай шастыт. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Гоня. Только попробуйте, чтобы это не вошло. Нет, все войдет. Все Спасибо. Войдет. Не важно, как войдет, не важно, так, где. Не сбивайте мне успех. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
Я, кстати, народный артист Украины. Из доброго этим спасибо. Ингушетии, Чечни, мы помним, России. Да. У нас там список длинный. Народный артист Монголии. Это закадровый такой текст будет там. Спасибо. Монголии, да. Еврейской автономной области. Пожалуйста, да. Пожалуйста, да. Пожалуйста, да. Да, вам полотенце. Не знаю, это ваше. Не мое. Это из вашей теперь группы. Это ваше. Пойдемте, вам завтра спасибо. Снова на гастроли. А можно я еще что-то тогда вас заберу? Нет, спасибо. 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 До свидания. Спасибо. Вы забрали спасибо. У нас уже весь бюджет спасибо. Украины. Спасибо. Спасибо да. большое. Спасибо, очень спасибо. Подождите, мне аплодируют. Спасибо. Это нам, спасибо. Спасибо. Да, ну и вам. Нет, вам, конечно, но и нам тоже. Мы же тоже осталось. Вы же не поете. Нет, я говорю. Вы же хрипите. А это нарочно, что вот рукава, да, из одной ткани, хриплю а спина я, из другой, да? Спасибо. Ну и на сцене я спасибо. Остаюсь, а вы уходите. Спасибо. А что вы так все за мной идете? Спасибо. Вам спасибо. Этого хочется, спасибо. Наверное, пойдемте. У нас концерт только... длинный, спасибо Коля, большое. До свидания. Спасибо. Спасибо. Алёня, вернись. Наконец-то, боже. Николай Басков, ваши аплодисменты. Николай Паска! Мы заботимся сейчас о зрителях. Вы же меня позвали. Коля, спасибо. Не, вы же позвали, Николай Басков, нет, я вышел. А мне сказали, ну хорошо, извините. Я когда слышу Николай Басков, я как мышь бегу в мышеловку. Мышеловка за кулисами. Там есть сыр? Там есть Киркоров, пойдемте. Это не сыр. Это сыр, но в мышеловке. Все-таки Николай тоже взрослеет. Он уже не очень хорошо слышит. Я сказал, это был Николай Басков. Это был? Нет, это неправильно. Басков был, был есть и будет. Не спасибо огромное, Тим. Браво! Подождите, я вижу, мне цветы. Нет, это мне. Это мне, подожди. Это фонарь, на него приклеили это, цветы. Я слышал, это колонка, ее трогать нет, нельзя. Я слышал, нет, что это... Киркорову что-то подарили. На, все. Ой, слава богу. Я думал, вы уже все исчезли после выборов. Спасибо. Вон там цветочек. Еще мужчина, это взял. От вас? Кто цветочек подарил? Вы. Аплодисменты, спасибо. Вы аплодируйте, пожалуйста. Этот кадр войдет в монтаж. Николай Басков, спасибо. Ой, вот еще цветы. Коля, сейчас начнут передавать картошку. Уходите. Ой, спасибо. Не собирайте и все вот... цветы. Друзья, держите дорогие... карманы. Вон еще. Люби, ой, люби вон друзья, еще. Может, у кого есть... Боже, спасибо. Нету, нету. А нет. Еще есть? Коля, нету. Может, кто принес? Такая красивая, без цветов. Деруны какие-то. Спасибо огромное. Один цвета. Тюльпаны не вам. Деруны у вас будут за кулисами. Сейчас ты мне одного человека напоминаешь. Якубовича. Вам не жалко три иметь? Все отнимет, все. Смотри. У женщины сейчас заберет он платье. Уходите, Коля. Нет, давайте я вот этот возьму. Это цветы на меня. Оставь. Спасибо. Ой. Ой. Спасибо. Николай Басков, браво! Вот вы сейчас видели, как опыт артисту помогает. Он сейчас прошел, собрал все цветы, вот больше так, никому вот ничего так, не заметьте, светит. Уважаемые киевляне, заметьте, вот так появляются на Владимирском рынке цветы. Вот именно так. Вот он поставщик. Оптовик. Не хочу тебя расстраивать. У нас на грузинке цены выше, поэтому Коля, еще Коля довезет туда. Да. Лежит. Коля. Просто вы знаете, такая... я не знаю, как для кого из артистов, но я, когда выхожу на сцену, для меня это такое счастье, поверьте, что даже не хочется уходить. Это называется на профессиональном языке боязнь кулис. Или подлиза. Уходите. Да, я пошел. Спасибо огромное! Браво, Николай Басков!